Сотни флагов и транспарантов на центральной площади Владивостока. Около 4000 приморцев вышли поддержать спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Корею. Свою солидарность с атлетами из России вышли продемонстрировать и ведущие профессиональные клубы края, спортивные и общественные организации. В ходе митинга со сцены звучали слова поддержки от известных спортсменов Приморья. Я рад тому, что мы здесь собрались и своим дружным коллективом покажем то, что мы поддерживаем наших спортсменов, тех, кто поедут, потому что я сейчас уверен, что им эта поддержка очень нужна. Главная тема праздника – единство народа и память великих побед. Дата проведения выбрана не случайно. 75 лет назад завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной – Сталинградская битва. На центральной площади приморцы, как никогда сплоченные духом патриотизма, выступили в поддержку своих соотечественников. И морозная погода не помешала участникам митинга эмоционально озвучивать лозунги «Россия вперед», «Россия чемпион», размахивая флагами. Вышли, несмотря на этот холод и мороз, выстояли. Выставили, показали свою точку зрения. Мы пришли поддержать простых ребят, сказать, что это русские спортсмены, что мы будем болеть за них, как за русских спортсменов. И все же на Олимпиаде в Корее можно будет увидеть российский флаг. Правда, в руках болельщиков. Ранее спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде 2014, восстановлены. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.